на самом деле заслуживает быть в России. По достоинству он на самом деле он есть, он достоин народа. Еще немного убил бы народным артистом, потому что он на самом деле народный артист. Уникальный голос. Придраться к его голосу как человека, знающий, что такое вокал, знающий, что такое имеющий представление о вокале. Я тоже закончил гитисонку. Я знаю, что такое вокал, я знаю, что такое петь. Он пел безукоризненно, он пел уникально. Не было ни одной